И всем привет, ребята, вы на канале Санишки играем вместе, с вами папа Санишки. И сегодня мы продолжаем играть в игру Pet Simulator X. Ребята, наконец-то дождались мы большого обновления, большого гигантского обновления. И давайте перед этим я вот хочу успеть зайти в магазинчик торговца, чтобы показать, ребята, каких питомцев можно купить. Вы просто посмотрите, какая красота. Новые появились, новые мифические пэты, их можно купить. Ребята, прототип М2. Прототип М2 это радужный. Прототип М6. Посмотрите. И какие, главное, у них цены, ребята. 206 миллионов, 194 миллиона, 25 миллионов гемов, миллионов кристаллов. Это, конечно, ребята, очень супер, что их можно купить, но цены, конечно, немножко зашкаливают. Так, ну что, давайте посмотрим теперь еще, что изменилось. У меня, ребята, было до обновления 89%. Я собрал всех питомцев, почти 90%. И что сейчас? 59%, ребята, 59%. Смотрите, следующий тир этот на 500 пэтах. Ничего себе. Сейчас у меня 363. А следующий тир это уже на 500. Это, конечно, очень круто, ребята, собрать это все. Посмотрите, вот они идут, питомцы. Из черной материи. У нас появляется в обновлении черная материя. Вот они, видите, черненькие такие. Как черные дыры. Вот они все добавляются к нашим питомцам. Вот их, ребята, сколько много. Давайте пролистнем. Пролистнем. Вот они все из черной материи. Нужно будет их продублировать, ребята. Вот. Вот они, смотрите. Компьютеры новые. Пэты. Так, самурай драгон. А, ну это... Это у меня радужного еще, ребята, нет. Вот, посмотрите, новые... Это Ангелиус, я тоже не удалось мне. Вот идут эти прототипы, ребята, легендарки. А36, М, М6. Да... Так что теперь придется, ребята, еще делать, чтобы получать новый вот этот тир. Плюс один, видите, чтобы получить. Можно еще подсобрать питомцев. Так, ребята, что дальше? Значит, в этот голубой домик уже зайти невозможно. Я пробовал туда зайти. Ребята, невозможно, уже не получается. В принципе, можно даже не проверять. Также у нас X2 коины тоже пропали. Ребята, пропали. Вот. Но у нас теперь добавится огромный мир. Вот, посмотрите. Технический мир. И попасть в него мы можем через наш лед. Ребята, вот, смотрите, сколько она стоит. 7,5 миллионов. Давайте же... Скорее откроем. А вы, ребята, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. Да, мы открыли, ребята. Тут уже кто-то нас ждет, смотрите. Кто-то уже сюда попал. Вот какой-то кабель тут проходит, посмотрите. Вот сюда подпитывается. Подпитывает всю эту, ребята, установку. И здесь огромный... Преогромный сундук. Представляете, на 5 триллионов, ребята, на 5 триллионов. Вот это да. Ну что ж, он даже, по-моему, и не уменьшается. Вы видите, по чуть-чуть только уменьшается. 24. Немножечко по чуть-чуть. И у нас, ребята, как вы видите, новые коины. Такие черные, я их называю лапки, эти черные монетки. С такими лапками, видите, наших пэтов. Вот это монетки из черной материи. Посмотрите, какие они красивые. Когда я их собираю, видите, как они прилетают. Очень красиво. Что, ребята, еще появилось?
Посмотрите, вы можете купить большой буст, большое такое временное улучшение. Это 3 ультралаки, 5 трипл коинов, 7 супер лаки и 5 трипл дэмэдж. У нас появился тройной урон, трипл дэмэдж. Вот, ребята, новые пэты. Грампи Кэт, Ниан какой-то Кэт, не было Драгон. Эксклюзивки, то есть вы можете их купить. Ну, в принципе, вот 499 этот более-менее доступный. Также, ребята, новый Game Pass. Magic X, посмотрите, Magic X. Это у вас будет шанс сразу, что вы из яйца выбьете радужного пэта или золотого. То есть это достаточно, ребята, прикольно. То есть из золотого яйца вы можете радужку выбить, а из обычного у вас может сразу золотой получиться. Представляете? Значит, что еще? Ускорение, которое вот я получил, когда за ранг, у меня появились, ребята, еще также triple damage. Видите, он такой красненький вот здесь вот. Triple damage. Давайте поставим triple коины. Давайте поставим triple damage сразу. Так, супер лаки и ультра лаки ставить пока не будем. Поставим на сундук, чтобы собрать наши эти новые технологические коины. Давайте посмотрим, что, как можно открыть. Так, почему-то у меня питомцы сразу убегают отсюда. Так, это, ребята, у нас пушка, которая выстрелит нас в новый технический мир. Возможно, этот мир даже располагается на Луне или на другой планете. Так, ребята, пушка получилась. Смотрите, открыл. Мне салютики тут. Вот это да, смотрите, ребята. Но это по-любому на Луне. Это в космосе, ребята. Точно, в космосе. Посмотрите, какой красивый мир. Какой красивый. Да. И здесь также у нас стоит такой аппарат, который нам показывает наши эти тиры. Так, здесь, смотрите, какой-то спуск в кварталы какие-то. Ну, конечно, не спуск, но как будто туда можно попасть. Так, и теперь 50 тысяч монет. Кто-то, видите, уже там прыгает. 50 тысяч, кто-то уже разлочил этот мир. Так, давайте посмотрим. 10,5к можно купить уже яйцо. Здесь 95к. И здесь 27к. То есть я могу уже купить эти. Так, эта пушка что делает? А, она на спаун нас выстрелит. Так, ну что, давайте попробуем что-нибудь купить. Так, это залочено. Титановые яйца. Dark Tech X. Так, ну, смотрите, ребята, новые пэты. Они такие роботизированные в стиле каких-то киборгов. Да, даже так скажу. Так, давайте откроем, попробуем. Утка. Самая распространенная это утка. Так, что тут еще попробовать? Ну, наверное, бусты я не буду включать, чтобы попробовать. У меня не столько много копеечек. Так, 33. А потом дальше идет сразу, ребята, 0.27. Сразу идет, походу, эпик. А потом уже идет сразу лего, ребята. Так, ну давайте посмотрим, какие статы у этих питомцев. Где они, кстати, у нас? Ну вот они, ребята, по 1.7, 1.6 миллионов обычные бейсики.
В принципе, такие не сильно, скажем так, ребята, крутые. Так, здесь, смотрите, также странички с лидерами. И давайте, ребята, все-таки попробуем. Так, а как нам теперь обратно телепортнуться? Ага, давайте через телепорт. Через телепорт. Вот, ребята, у нас техшоп, техсити и еще одна локация, которую мы, ребята, не открыли. Так, давайте на глассьер телепортируемся, на лед. Обратно. Так, а вот эта локация, она как называется, интересно? Чтоб сразу на нее телепортироваться. Так, сундук что-то у нас тут не появляется. Вот он появился, сундучок. Давайте здесь немножко пофармим. Я еще, ребята, расскажу, что мне тут удалось сделать. Ребята, мне удалось сделать одного пок-драгона. Как вы знаете, пок-питомцы сейчас уже не активны. Их можно было только одну неделю, значит, получать из секретной локации, с пок-эк, с яйцом. Вот, и мне удалось получить, значит, радужного пок-драгона, радужного пок-дога и радужного пок-кэта. Там, ребята, еще был легендарный пок-питомец, но мне его получить не удалось, потому что, ну, как я ни старался, то есть у меня удача, видно, не настолько была много. Также золотого пок-драгона я получил. Очень много радужек сделал, чтобы смешать их в темной материи. Для этого, ребята, нам понадобится машина, которая где-то у нас есть в новом мире, для того, чтобы делать темных питомцев из темной материи. Из радужных мы будем делать питомцев из темной материи. Так, что, ребята, сундук, конечно, нереально мощный. Нереально мощный. И как-то эти коины добываются не очень, скажем так, быстро, ребята. Хотя у меня, в принципе, и пэты-то вроде бы там такие, скажем, неплохие. Конечно, есть и больше уже, гораздо больше урон. Но все равно вот 76 миллионов, в принципе, достаточно нормальный урон должны наносить. И еще это тройной трипл дэмэдж еще, ребята. Так, ну что, давайте откроем следующую локацию, ребята, и на этом пока ознакомительное наше видео я, наверное, буду завершать. Яйца пока не буду открывать, открою вот эту локацию, покажу вам машину, я уже вижу ее, скорее всего, для того, чтобы делать питомцев из темной материи. Открываем, ребята, эту. Смотрите, как красиво открылось. Да, здесь кто-то уже есть, видите, стоит. Да, ребята, и что вот это за аппарат? Абсолютно темный, посмотрите. Ой-ой-ой, что это такое? Посмотреть и сделать. Ну-ка, давайте нажмем посмотреть. И конвертировать. Так, давайте попробуем конвертировать. Через 5 дней, ребята. Пэт будет готов через 5 дней. Что это такое? Что это? Через 5 дней будет готов. Ничего себе. Так, это из моих фоксов получится. Да, ребята, ну что ж, ну давайте пробовать. Давайте пробовать самого мощного фокса. Так, а сколько здесь?
А, 30 минут, ребят. А, смотрите, вы добавляете, если вы добавляете одного, он будет готов через 5 дней. В двух через 3. Трех через 1. Четырех через 12 часов, ребята, представляете? Через 5 часов. Да. Через 30 минут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть питомцев через 30 минут. И 20 тысяч гемов. Ничего себе, ребята. Ну, ладно, давайте конвертируем. Смотрите, какой красавец, ребята, у нас готовится. Еще, чтобы получить, сейчас можно за 99 робаксов, ребята. Вот это да. Слушайте, ну это, конечно, прикольно. Так, но ну здесь пока ничего нет. Сразу у меня что тут из инвентаря? Эти питомцы исчезли. Так, ну давайте попробуем, может еще нам сделать каких-то петов. Давайте вот из этих попробуем. Так, стали они, да? Так. Давайте еще конвертируем. Так, еще. А еще, ребята, можно еще сделать? Сколько их? Снейков давайте. Снейков. Слушайте, ребята, да, их можно делать запросто. Сколько хочешь, столько и запихивать в эту, ребята, чудо-машину. Ну что ж. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал. Будем еще писать видео про эту замечательную игру. И, ребята, всем пока!